сегодня мы поговорим о самой, пожалуй, интересной компании мира, которая за короткий срок стала брендовой и вышла на первое место в мире по скорости развития. Итак, сегодня мы будем говорить о компании Janes. Система YES, она обладает тройным омолаживающим действием. Активация роста, замедление старения и увеличение продолжительности жизни клеток. И эти продукты я сравниваю с волшебной палочкой. Да, и что эта палочка вам даст, вы будете просто творить чудеса. Посмотрите на это красноречивое фото, по-моему, феноменально. Оно облетело весь интернет, но это факт. Спешу вас уверить, это не фотошоп, это реальная фотография реальной женщины, которая проживает в Австралии. Этой женщине скоро исполнится 80 лет. Она шестикратная прабабушка, и здесь вы видите ее результат до и после 2 лет такого эксцессивного использования продуктов компании Janes. По-моему, замечательное превращение. Или на эту женщину до и после применения омолаживающей сыворотки Люминес всего за 4 месяца. Хочу обратить ваше внимание на то, что результат на лице – это лишь побочное отражение того, что происходит в этот момент в самом организме человека. Еще один пример. Женщине 62 года. Посмотрите, какого эффекта омоложения она добилась всего за 6 месяцев. Теперь посмотрите, что делает с мужчинами продукты компании Janes. Это снова, я подчеркиваю, реальные люди и реальные результаты. Кроме того, восстановление мужчин волосяного покрова всего за 2 недели, а также заметное повышение сексуальной активности, так называемого либидо, как у мужчин, так и у женщин. Полное очищение кожи лица от акне, угревой сыпи за 1 месяц. Разглаживание так называемого кукольного рта менее чем за 2 месяца. Полное очищение кожи лица от пигментных пятен, заживание шрамов за 7 дней и видимое омоложение лица за 2 месяца. Герпес на лице, трудноизлечимый вирус и его полное излечение за 2 месяца, а также видимое омоложение лица у мужчины. Родимые пятна исчезают за 1 месяц. И самый страшный ожог – это кислотный ожог, он зажил у ребенка за 4 дня. А сейчас я коротко хочу рассказать о людях, которые напрямую способствовали созданию нашей волшебной продукции, по-другому ее не назовешь. В первую очередь это, конечно же, всемирно известные научные открытия. Профессор Элизабет Блэкберн, которая в 1985 году вместе с Кэрол Грейдер открыла фермент теломеразу. И об этом ферменте мы поговорим чуть позже. Профессор Элизабет Блэкберн, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2009 год, за открытие механизмов защиты хромосом теломерами и за открытие фермента теломеразы. Профессор Дэвид Синклер, который в 2004 году доказал, что внутри клетки есть ген, который контролирует нашу жизнь. Этот замечательный ученый открыл ресвератрол и доказал, что активируя ген жизни именно ресвератролом, можно продлевать саму жизнь. Известнейший доктор Винсент Джампапа, ведущий врач НАЗА и ведущий врач компании Janes, основоположник науки нутригеномика, который установил, что истинная причина старения заключается в повреждении структур ДНК. Его открытие выдвинуто на соискание Нобелевской премии. Вот уже на протяжении 50 лет он занимается вопросами естественного омоложения организма без ботокса и без скальпеля. И внизу вы видите его актуальную фотографию в возрасте 65 лет. И, наконец, доктор Натан Ньюман, всемирно известный косметический хирург, ученый с мировым именем, известный своими разработками технологий стволовых клеток. Ему удалось выделить из стволовых клеток жировой массы человека факторы роста и размножить их в лаборатории. И эксклюзивный патент на производство продукта по этой технологии имеет только компания Janes.